Поеду на нем. Когда потом? Ты его что, здесь оставишь? Нет. Ну? Надо брать велосипед и ехать домой, Олег. Пока утек не сушу, я и не поеду. А, да? А что так? А так? Дома бы допил ее. Нет. Потому что есть там разногласия. Были очень грустные ситуации. Зашли, а там никак. Вот так. А на самом деле, друзья, я сделаю все возможное, и все будет у нас, тех кто, и все нормально, отлично и красиво. Тяни домой, Олег. Пойдем, провожу в ту сторону, пойду все равно в магазин, схожу. Заодно провожу тебя, ты же домой. Пойдем. А то ты приснешь где-нибудь здесь рядом. Не здрасте. Пошли. Чего ты? Всем здорово, друзья мои. Ну все, мы дома. Владимир Иванович не видел. Сейчас покажу, что он там как. Едем дальше. Также не забываем Телеграм, там ставим параллельно очень много, и в Инста. Все работает, ВК, Одноклассники, все ссылочки здесь на главный, как я и говорил. Шапки профиля. Присоединяйтесь, едем дальше. Ну что, все, тянем домой? Действительно. Давай, Олеган. Здравствуйте. Здорово, Серёнь. На мотоцикле? Уверен. Ну, чё ты встал? Стой, иди. Встал, как бы я не перестал. Давай, тяни, Олег, потихонечку домой. На велик не садись. Рабочий, вот. Не садись на велик, а то где-нибудь вот можешь упасть. Поэтому поведенный. Вот, она вот даже, види, тянет сразу руку. Да. Вбок тянет? Да. Вот. Хотел, он должен прямо идти. Ну ничего, у тебя новый есть на, эти, на этот случай. На новом, блин, я объебашу всех.
Но мне жалко на улице. Ну там 130 можно разгоняться, понятное дело. По паспорту 130? По паспорту, да. Можно разгонять скорость. Ты смотри, не запрыгивай на него, так веди потихонечку, Олег. А то оштрафуют. За езду в пьяном виде. Мать сказала, там суд будет через неделю за мотоблок. На этой неделе. Я ее видел. На этой неделе? Да. Вот. Она уже началась. Вроде бы как бы на 10 суток, что у меня. На 10? Да. А там не знаю. Ну ничего. Ну если это правда. Если правда, я скажу. Бывает, Олег. Отстоишь. Я сам не знаю. Ну что получится, друзья, то получится. Остальное все само придет. Смотри, пиво не потеряй. Нет. Блин, мне даже самому обидно. Сюда. Аж блин, я тут упал. Ты заткнись там. Уезжай. Давай, Олег Владимирович, привет там родителям передавай. Давай. 250 метров Олегу идти. Почти дошел. Все мы тут рядом, недалеко. А, все-таки решился поехать. Ну дай бог, чтоб доехал нормально. Свернул на свой поворот. Дома. Всем добра, друзья. Едем дальше. Салют! Здорово! Здорово были!